В общем, доехали мы на автобусе 554. И немножко прошлись пешком по Олимпийскому проспекту. Олимпийского парка, или Сочи парк называется. Впереди отель «Богатырь». А чуть рядом с ним Сочи парк. Мы пойдем за отель «Богатырь», мимо стадиона «Фишт». Вот он левее нас, к Олимпийскому огню. Вот по такой красивой аллейке. Олеандр, что ли, я не помню точно название этих кустов. Оно, конечно, по Сириусу и Олимпийскому парку лучше передвигаться на самокатах или вот на таких велосипедах. Их тут вон сколько стоит, куча. Но ввиду финансовых затруднений пенсионеров из Тагила нам приходится ходить пешком. В общем, там Олимпийский проспект, к которому мы пришли с автобуса. И пришли мы к отелю «Богатырь». Вечером, когда стемнеет, сходим на боющие фонтаны, а после попробуем. Хорошая подсветка, он, кстати, будет включен. Вот на этом колесе в закрытой кабинке прокатиться. И покажу, возможно, вам, как он ночью смотрится со своей подсветкой отель «Богатырь». Пришли мы, значит, в конце концов доковыляли до олимпийских объектов. Надпись «Сириус 2023» мы с той стороны пофоткались. Зеркально наоборот. Но первый стадион, который нам попался, не помню его название. Вот между стадионов с краю в отеле «Богатырь» можно арендовать вот такой тук-тук. Самому за рулем и катать кого-нибудь. Вдалеке видны горы Абхазии. Стоим факел олимпийского огня. Вокруг все знаменитые стадионы, которые открыли и приняли в действие в Олимпиаду 2014 год. Скажу вам одно. В июне, в июле я сюда ни за какие ковришки не поехал бы. Даже если бы мне доплатили денег за поездку. По одной простой причине. Сейчас, сегодня, вернее, 15 сентября. На улице 25 где-то примерно, или 24. Ветерок более-менее такой, охлаждает хорошо. Но вот чтобы... Но чтобы в июне, в июле здесь, когда на улице 35, и ногой даже за деньги, честно говоря, помогу. Ну и передам привет ребятам из Кыштыма, Якову и Оксане Егорову. Кстати, подписывайтесь на их канал, ссылочка будет внизу в описании. Очень хороший канал обычных простых людей с Урала, с города Кыштым. Яков, Оксана, привет вам из красивого места. Мы тут знакомых родственников увидели, случайно встретились вот у этой штуки. Сейчас подойдем, узнаем, что они тут делают. Они стоят, нас не видят, типа. А что с ним не улыбаемся-то даже? Не ожидаете увидеть? Ой, здрасте. Здрасте. А вы что тут делаете? А вы? Мы тоже, мы случайно здесь. Да. Дизитка маленькая. О, поехала. Научилась, а ручки дрожат. А сейчас так там выедет, ее там ловить надо. Да, в Сочи парке она катается на самокате. Наконец-то научилась. А чего так тихо?
ловил забора, не пускают в ящик падает. Муха улыбается, сынуля и кричит больше газу, видно с тайным смыслом с каким-то, да? Ваши впечатления? Я покаталась. Круто. Классно. А так они. Кстати, вот вокруг олимпийского факела стоят флагштоки и флаги всех стран, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года. Ну и маленький кусочек заката в Олимпийском парке. Или как он правильно называется, Сочи парк, что ли. Короче, напротив олимпийского факела. Красивое зрелище. Ну вот сейчас подойдем к олимпийскому шару. Памятный знак. Флаги всех государств, участников. И кто какие медали занял. Золото, серебро, бронза. Сейчас посмотрим их. Олимпиада 2014 года. Чемпионная олимпиада. Какие медали заняли. Бронзовые, золотые, серебряные. Все российские чемпионы. Государство России. В честь этого памятный знак. Слава! Ну, у нас тепло. Ну, я домой знакомая. Полная тезка. Рассказываем. Ну, вот так Олимпийская площадь выглядит с мостиком. Тут переход. Вот трасса Формулы-1. Масштабы поражают, да, нормальненько так. Куда поедем? Я тоже должна была быть рядом, мы уезжали. Куда нас судьба? И трасса Формулы-1. Мостик специально, чтобы через нее переходить не мешало. Это, походу, та самая знаменитая ледовая арена. И сегодня тут играет какая-то новосибирская команда. Фанатов полно идет в майках. Синие, голубые. Сейчас только что вам одного показал. 99 номер. Шашек, что ли, вон они идут, ребята, через переход. Болельщики. Вот там вот гоночная академия. Видно, учат на Формуле-1 кататься. Или на других тачках. Отель «Богатырь» уже в сумерках видно подсвечивается. Камера немножко усилит, видно плохо будет. И колесо обозрения тоже подсвечивается. Оттуда на отель классный вид. А мы сначала по ходу дождемся поющих фонтанов. Сейчас включили подсветочку. Почти всю. Стадион. Это, по-моему, шайба. Стадион. Ну и вот где хоккейный матч сейчас идет. Где Сибирь играет. Еще кроме этого факел подсветку врубили. Мы дождемся фонтанов, но пока пойдем вот там, где колесо оборзения. Уже бегают огоньки. Площадь перед ним. Колеса фото печатает без оплаты. Для вас совместную фотографию сделаем в подарок.
Отель «Богатырь». Сели мы в колесо обозрения. В кабинке круто, есть столик, темно не видно. Но я не представляю, когда мы поднимемся наверх. Так как кругом стекло и нас закрыли, я боюсь. Но буду любоваться. Я попала в сказку. Но это сказка на высоте. Блин. Ощущение, что если у меня скамейка уйдет, и все. Ладно, если что-нибудь возьмусь, я просто полюбуюсь. Оно безумно высокое. Ну, расскажи хоть что-нибудь. Я не могу говорить. Ты спишь? Нет. Сердце заходится. Но красиво. Все видно. Да, зрелище впечатляет. Офигеть. Просто офигеть. Это просто... У меня нет слов. Он меня любит. Думаю, ничего не видно, я снимаю с этими, со значками. На телефоне это не то. Это надо испытать все в этой кабинке. Ой, все, пока не могу. Сочи парк внизу. Водоем какой-то, ну и всякие. Ну, тут и диски, а что телефон опустила. Это очередь на колесо, оборзение. Вот с этого колеса я поснимал немножко. Отель «Богатырь» на самом-самом верху. Высоту колеса я не знаю. Но когда выходили, там немножко лужица осталась. Поснимал вот этот отель сверху. Красота. Подсветка меняется, но походу я снял только одного цвета. Не успела она поменяться. За оборот вот этого колеса. Тоже красивая. Целых 800 рублей на себя одного потратил и на супругу за билет из пенсионного скудного бюджета. Сейчас подойдем к супруге, узнаем впечатление. Ну, расскажи, любимая, как тебе? Мне круто. Мне безумно круто. Мечта исполнилась, да? Ну, я так боялась там сидеть. Ну, я думаю, до Нового года ты исчерпала лимит по исполнению мечты. Нет. Я думаю, да. Пока нет. Будем ждать поющих фонтанов. Покатились мы на колесе. Ну, нормальное колесо. Под управлением компании «Герон» перед вами выступит 246 водно-пневматических пушек.
12 линейных роботов, 734 цветных прожектора, система генерации тумана, стробозвезды, 6 гиперпушек. Шоу основано на произведениях великих композиторов. В целях вашей безопасности убедительно просим не заходить за ограждение. Приятного просмотра. Вечно, и где облака над морем плывут беспечно, дождь и холод деда далеко отсюда. Адлер — это лето, лето — это чудо.